там внизу дамба, и вода собирается. Сюда немножко не видно. С этой стороны гора. Такой срез сосивый. Что вам там видно воду или нет? Мне не видно. Мне тоже не видно. Надо I don't see water. Мне страшно. Ну, дорога, мам. Тут никакого обрыва нет. Обрыв чуть дальше. Я высоты боюсь. Да не бойся. О, капец, как высоко. Это мы подъезжаем к Тродосу. Мы сначала поедем к водопадам. И потом поедем в деревню Платрес. Как я боюсь. Ну, чего ты боишься? Красота какая, смотри. Смотри, какие горы. Тебя уши заложило? Нет, страшно, у меня заложило. Я сейчас уже внизу обрыв. Там какой-то обрыв, мам, там никакого обрыва нет. Там плавный обрыв. А тут загорожено, никто за загородку не собирается съезжать. Вот это Тансина. Мы видим вас у хода с вотердрайвера. Арбузы продают. Где финиш? Сейчас вот это здесь, смотри. Яйца, блин, на горе растут. На обрыве на этом. Подъезжаем к водопаду Миломерец. It says that somewhere is bridge here. Yes. Also bridge. Yes, yes. What do you mean? Elias. Классно, скоро мы увидим этот водопадик. I should say you have to go back. Why would I? GPS. Turn right, then make a sharp but right. But they show us to go here. Why yeah, she turned? We put Миломерец on GPS. Миломерец, yes. Why she wants to take us back? Что-то GPS нас хочет развернуть в другую сторону. Возмущается. Хотя было написано, что этот водопадик находится здесь. I think this one goes to bridge, to be honest. To bridge? Yes. Okay, yes. So what? See this bridge? Back. Можешь but говорить, что, скорее всего, мы едем к мостику Венецианскому, а не к водопаду. It was waterfall and it was also bridge. I don't know. Maybe we see what is there and then we turn or is far away. So okay, a little bit and to see what is there. Yeah, sometimes it can go, but it can be far. Решили все-таки поехать посмотреть, что там, мостик или водопад. Такой тут резкий спуск, немножко страшновато ехать. Ой, такое впечатление, что машина сейчас поедет сама, просто как неуправляемая. Что-то мы так сильно вниз спустились. Уже кто-то назад едет. Туристы, машина арендованная. Катарактис Миломерец, лицей. Юсей, катарактис Миломерец. Да-да, ехали правильно, к водопаду. Какие там цветочки были красивые, видела? Малиновые. Смотрите, как тут узко вообще. Боюсь, что две машины не разминутся. Как они тут так поделали, такие дорожки. Смотрите, а там прям обрыв. Очень опасно здесь вообще. Такое опасное место. Вот теперь там машины сдают назад, чтобы нас пропустить где-то. Вот там чуток места есть, где развернуться. Разминуться, точнее. Разминулись наконец-то. Здесь страшно, когда две машины встречаются. Вот это страшно. Но хорошо, хоть тут есть некоторые места, вот как здесь, такие площадочки, что одна машина может отъехать и постоять, подождать другую. А так вообще, вот смотрите, какая узенькая дорожка, а вот одна машина еле помещается. Смотрите, какие кипарисики высокие, кедры. Красиво тут. Лес, горы. Там деревья очень высокие. Какие тут урночки симпатичные. Окей, you see, so we come correctly. No parking? Alright. Yeah. Okay, can you go and check if it's specific parking like this? Okay. Because it's water here. It's like this. I go more. More. Yes, you go more. No. Another, a little bit. Okay, a little bit more. Again. Like this.
припарковались благодаря мне. Вот так выглядит этот водопад Миломерис. Но это, скорее всего, снимали весной. Я думаю, сейчас там водички поменьше в нем. Вообще вот так. Нет, не так. Да нормально все, нормально припарковались. Вообще вот так. Да нет. Ну что ты ему жалуешься? Сейчас посмотрим. Я лучше любого GPS-навигатора. If you want to fall down? She will not fall down. This comfort down. Which yours? It will not fall down. No, it's okay. It's okay. I told you how much. You didn't listen me. I'm gonna see my car there. No, it will not go there. Ужас такая высота. Вот это ехали по серпантину. Жуть какая. Чтобы понятно было. Ни хрена не видно. Так, интересно, я смогу тут пройти? Мама дорогая. Упс. Все, прошла. Мороженка. И цены не написаны на этом мороженом. Ну, Антон не знал. Архитектор Европы Курайск. Да, ну, видно. He took out 10 euro, ready to pay. Yes. Okay. Should take him later 20 euros. 20 euro. It seems like what happened to me the last time. Говорит, он достал 10 евро, заплатит за мороженое. А он ему говорит, сейчас по-любому скажет 20 евро. Потому что за всю семью. Какая тут скала. Красивая скала. She didn't come, she came first time. Будет видно. Не взяла свой. Красивые этот. Вот эти, смотри, отклевшие. Это как колючки. Вот нам нужно эти взять с собой. Да, сухоцветиков. Точно, нарви. Смотрите, какая красота. И водопад шумит. Вон там мостик. Сейчас спустимся вот по этим ступенечкам. Давайте скорее побежали. Это не терпится. Так долго ехали. Мама, ты где? Высота какая, Матерь Божья. Здесь снимать сериалы нужно. Тут еще и под ноги надо смотреть. Ты видишь, оно разрушается. И телефон покрепче держать. Надо смотреть. Что? Телефон покрепче. Красота какая. И тут, смотрите, от водопада потом течет речка. Вниз туда. По камушкам вот туда. Ступени вырубанные прям в горе. Мостик. Вода пробила себе дорогу. Вот там вот ущелье прямо она идет. Здесь прохладно. С такого солнца, с такого зноя мы зашли прям в полную прохладу. По-моему, мы тут все снимаем друг друга. Вот в каком ущелье. Какие огромные деревья. Корни питаются этой водой. Вот он сам водопад. Нет, это не водопад, конечно, это уже от него водичка течет. А водопад вот он. И как он шумит сильно. Красота. И деревца красивые. Камушки под ногами, смотрите, какие.
Конечно, нужно селфи. Видим селфи. Селфи? With you? Окей. Водопад очень высокий, его фотографировать не очень удобно. Получается, или захватываешь то, что снизу, или нужно разворачивать камеру вертикально. Горизонтально очень сложно это сделать. Там, смотрите, тоже какая красота. Деревца вверху растут. Красивое место. Инжир примасти. Это инжир? Это инжир. Смотрите, инжирчик. Маленький такой. Деревце. Маленькая в скале. Нашел. Ух ты, как высоко подниматься. Высоко. Спускаться не так сложно, правда? Да. Сейчас мы поднимаемся. Смотрите, вот по этим ступенькам. Какую часть? Я снимаю все части. Куда? В ущелье заходит вода. Ладно, сейчас. Какая высота здесь? Очень высоко. Продолжаем наше путешествие. Время близится ближе к вечеру, поэтому нам нужно успеть еще несколько мест. Вечером поедем в деревню Омадас на фестиваль. Это в ту сторону здесь одно. Да, тоже красота. Ой, как солнышко из-за горы. Мы успеем еще к другим водопадам побыстрее. И домик такой здесь. Интересно, тут что, раньше кафешка была? Может, тут летом кафе? Может, выглядит? Да, там, наверное, меню было написано на той дощечке. Неужели сентябрь? Доска так. Никто прям не сидит, не ест. Не знаю, но мы сюда обычно приезжаем или в сентябре. И вот обещал мне в мае, не получилось. Видишь, как вниз? Вниз, потому видишь? Там и зелень, потому что вода, видишь, туда в долину. Вода, да. И огорожено, чтобы никто сюда не шел. Смотри, уже как мы высоко заехали. И как еще высоко есть. Одышка у тебя, да? Ага. Ну, поднималась. Ну, давай, не очень быстро. Ничего страшного, сейчас пройду. Да. Вот, видишь, карта здесь. А, ну, что мы сейчас... Где мы? Миломерис Нэчер Трайл. Миллио Медивал Бридж. А, это здесь тот маленький мостик венецианский. Своего антового через бридж нам.